Всем привет-привет. Готовим потихонечку к завтрашнему моему празднику. Витуля он. Всем привет. Тортик делает, вернее сварила. Крем. Крем сварила, да, на тортик. Коржи она уже напекла. А я потихонечку отбиваю мяско на пальчики. Так что и мне работу нашла, и сама вся в работе. Ну, а как ты хотел? Ну, да, а что? Вдвоем быстрее дела будет, да? Да. А еще у нас холодильничек варится. Холодчик будет. Давно не ели, да? Молодец, я тоже соскучился за холодцом, с горчичкой, да? По-моему, на Новый год мы готовили, да? Да, а помнишь, дедуля твой? Да. Холодец и с квасом. Ну, квас домашний они делали сами. Очень так... вкусный, да? Квас. Да, квас умел дедуля делать. Но он любил. Не дедушка делал, бабушка. А, бабуля, да? Да. У нее даже заказывали, помнишь, Радуга была у них магазин, и хозяин из Горняка. И он всегда ей заказывал квас. Всегда по два, по три бутылька ей заказывал. А бабушка вот такую выварку большую делала. Кваса как она делает, да? Она покупала вот эти вот какие-то дрожжи рассыпные, раньше продавались. И туда эти дрожжи, хлеб. Ну, я же такой квас вкуснейший просто был. И вот это ж дедушка, холодец с квасом. Ну, я тоже как-то ему говорю, как ты так? Ну, говорит, возьми, попробуй. Ну, я попробовал, мне понравился. Ну, что ты попробовал, да? Да, ты понравился мне, ага. И всем, кому мы не рассказывали, все говорили, как это вообще можно холодец с квасом есть? Оказывается... Он всех нас приучал так кушать, и вкусно. Ну, да, но мне понравился. Я сперва не верил, что вкусно. Может, кому-то невкусно будет, но мне понравился очень вкусно. Ну, именно с домашним классом. Ну, с домашним, да. Такой тортик Витуля уже заделала. Витуля такой тортик уже. Как он называется? Наполеон. Наполеончик. Красавчик. Пока ездил, обзор дома делал. Витуля тут холодчик перебирает уже. Собачкам сегодня нашим дворовым праздник будет. Завтра будет у них тоже день рождения. Как у меня. Да. Будут отмечать мой день рождения завтра, да? Костями, да? Ага. Пускай покушают тоже. Бульончик уже процедила, да? Угу. Судочки подготовила уже. Вот молодец. Видишь, мы все предели, я да? Я стараюсь. Мы все предели, да? Угу. И ты, и я. Я по-своему там, ты по-своему, да? А завтра уже вместе будем дальше, да? Хорошо. Всем доброе утро. Некогда к вам и в эфир выйти. Поздравления принимаю. Всем привет. Витуля с готовит. С утра поздравления принимает. Витуля готовит тут все с утра. Я еще спала, она уже на кухне. И стараюсь. Как пчелка, да. Готовит уже. Салатики всякие, жарит, отбивные, ну всякое такое. Пальчики вчера накрутила, ну в общем, стол накрыла. Мои деньги, ее руки, как говорят. Все, ждем будет потом гостей, привезу бабушек. Ну, кто придет потом еще, посмотрим. Не знаю. Потихонечку готовим стол с Витой. Не знаю, куда ставить. Тогда. Будем тот... по тарелкам разлаживать. И... Потому что сейчас еще картошка, пальчики отбивные, холодец. Ну, туда на маленький поставим, да? Поставим на маленький. Будем кому надо, ничего. Подал, наложил, да? Вон как бутерброды там, да. А это буженинка, кто смотрел предыдущее видео, рецептик буженинки, вкуснейший получился. Ну, сейчас гости придут, мы у них спросим, да. Вкусно или невкусно. Нахваливать сам свое блюдо не буду, что я готовил. Не будем говорить, что это ты делал. Нет, ну мы скажем, что я делал. Нет, пусть они попробуют, а потом оценят, а потом мы спросим. А, ну да. Да. Тоже верно. Такой, такой у нас будет маленький столик. Маленький столик, ну все вместе, главное, что. А?
сумками фотографируешь. Та ну да, що, залазь. А де сварки ще немає? Та ще нема, зараз поїдемо за нею. Подожди, давай сумку я покладу. А, так ти її положив. Все, сідай. Гараж, сарай. Та... Кого в сарай? В эту, ззаду. Ну вот, хай лежить. Тогда сваха за. Наперед сяде. Все, залезла. Наперед, давай, закрой. Шо-шо? Хай сзади сідай, нехер ее вперед пхать. Хай сидит спереди. И еще принцесса иде на горошине. Наперед, наперед, да. Ой-ой-ой. Что? Ноженьки? Да. Надо уже свиные вставлять. Мы партиями заходим. Ага. Сейчас уже. Я пошла картошку топки. Я готов. Да. Це от наших із сім'ї гнучів-юнів. Дякую, дякую. Це тобі, щоб було і випити, і закусити. І закусити, поняв? Ти що, ж подільниця така. Так, так. А ти що, Сюзеня, ми тебе з дідом вітаємо? Так. Та й ми разом, всі разом. Все, дякую. Бодрості, здоров'я. Так. Так. І хотілося йому гвоздь скажуть, знаєш, як ото. Дякую. Що, річі, то, звісно, ті ж рідніші, звісно. Звісно, ти знаєш. Тихо. Наш хазяїн в домі бігає, звісно. А це? Я вон там було жити. Передаси, Таня, Олі трошечки. Так, Оля, не п'є. Все, значить, вдома самі. Та я би... А ми не п'ємо. Вон, вона... Да. На свинон стоїть, у нас такі сім'я алкаше, що ми... Куди там йому зараз пити, я ж кажу, як у нього так, слабий. Як махрові носки, як то кажуть. Як поводити похоронити. А ну і на гінник. Іди. Ще. І ще. Ще тобі. Я готов. Жінкам дарять завжди цвіти. Ну а ти як у нас не жінка, це тобі. Так що? Це тобі цвіти. Замість цвітів. Так як ти у нас не жінка. Дякую вам всім. Так як нас тебе буде. Вони, які у вас красиві, звісно. Я ж їм нічого не буду. Вгору так повеселюся. Ото ж кажуть, їх треба обрізати кожен день. Не обрізати, а взяти голку і ось це саме, де бутон. Ні, ну мені казали, що кожен день підрізати. Вони вгору, бачите, тягнуться вгору. Ну вони кажуть, тоді і крупніше виду будуть діти. Ну а чи правда? Так, роблю. Я роблю. Свою беру. Сідайте. Що розказуєте? А що тобі розказати? Де діло? Лучше, кажуть, тут напились на 8 марта з мамою, по центру там, і пісні співали, і танцювали. Ну, що було, то було. Що? Я як ото вийшла трошки, отак, що тут продавати до цих. Коли ж це, вже ж, коли Галя дзвонить? Думаю, телефон садиться? Сідайте, вже десь. Та ще, ще, думаю, побалакаю, ну, стільки хвали телефон. Я ж кажу, ж і Галя каже, що це, то телефон мене. Дійшла я докторичка. Так, зараз я достану вам, що ви будете пити. Я пішла. Сюди вже в центрі дійшла, коли тут дівчата, товариська не стала, то це, ну, то, що вітаю. А на кого я чую, що я, ну, мішаю? Ну, ладно, все, хорошо. Пока. Дійшла, тоді думаю, що ж я буду цей Сережина з собою тягати. Ну, так. Думаю, я зараз дзвоню Сережі, кажу, Сережа, ти вдома, вдома. Кажуть, хай злата, злата, й злата. Ну, хай злата вийде. Я гостиниця перетам. Я вріскаю дерев'я, я не заходь. Пішла ще й зайшла. Ще й довірила. Ти тут не фальшишся. До святика, все, до свята. А святик в телефоні. І ніякої реакції все. Я ж його давай так. Кажу, давай я тебе почогаю. Кажу, давай я тебе трошки поцей. Лебиться, а очей не відводиться і ходить. Щас діти вони... Боже мій, що у тебе там, скільки у тебе там денег? Вона считає точно мільйонів, то вона відчитує. Я считаю, наша грати правильно, а бачиш, в цьому ділі, що злата, що це... Так, щас... Ну, не правильно.
основы я. Все работает. Все работает. Да, все работает. Вадик, что там? Ничего. В субботу работает, заказ не успевает. А, по работе что-то? Да. А сегодня дома там, то резину, что и будет, то дрова, то все, в общем-то, заниматься. Все мені. И тебе шоколадка. Дякую. И мені шоколадка. Дякую. Да, и приду. Что мені шоколадка. Подожди, сейчас там работает там, подожди. Там не лезь, да. Да, не лезь туда пока. Туда не иду. Там мне сказали. Сюда. Сюда вам удобнее, что там, чем на стульчик. Так, рассаживайтесь. Чем на диване. Давай, Наташа, садись на стульчик. Давай. Там уже, что там, бабуля. И ты на стульчик, и бабуля на стульчик. Ты вот сюда. Сейчас. Я до Тани. Ну, что а ты сюда. Сейчас я зайду с той стороны. Сейчас на кеда не выбейте. Там картошку сейчас. А куда ты идешь? А, так, сюда иду. До Тани. Да, я кто у нас? А у нас же было тут в трех селях. Светка уже. Мать. А где? Так кем ты? Ты как сахар перережешь. Что ты там копошишься? Ну, потом успеешь, еще вони там роблять. Я не знаю, они еще часом доработать. Я не вообще до 10. Ну, Диана хоть телефон не отвечает, а Артем по звонку. Так что и она отписывается еще. Диана отписывается, да, Артем отвечает. Так, сейчас я пюре несу. Что? Да, я компот принесла, давай откроем. Да, там компот. Попробуй. А то она у меня говорила, вот нельзя на компот. Чусь я, а я цей. У вас 3-5. А что тебя снимать? Уже, уже йде съемка, чи що? А, да. Я тут обратила внимание. Всі сіли за стол. Всі за столом. Не хватає тільки іменинника. Та я тут, що мені. От, так. А Віта? Це Васвіта, а Віта ось тут рядом буде. Та не надо ничего. Треба було з дому, ми принесли пару. Не надо нічого носить. Ось я б'є отак от такі. Вони високі. Да, ми високі достатньо. То як в інтернеті є вілка. Раз я. Да-да-да, подлинніється. Зложив її. Я ще хотів заказати. Ну так. Жень, а там одна шоколадка в тебе, черви? Одна. Спасибо. Потерю. Ну, а оце що? Оце, оце що? Де? Торта, от, оце що? Все, помогли. А то вона женська сумочка така і є. Вкинув і все, і не знайдеш. Да. А на збоку так стало. Ну, ну да. Я її просто і стала так. І потеряла. Кого потеряла? Сумку? Графин какой-то. Учиться французского. Графина. Банки нету. Так, а что? А стакан если не дала, да? Стакан вот дала. Ну это мой. Ну я сейчас дам, сейчас дам. Кто будет запивать, дам. А что там запивать? Вино? Ну я тоже так думаю. Тут ты что, ты не... Не-не, садитесь, мам, я тут сейчас. Это потом есть что. Так, давайте, взяли по бутербродику. На стол все не поставишь? Да, ну понятно, ничего, ничего. Какой кто хочет. Так, молодец. Вот, аж еще, давай, мам. А с чем? Ну, вот есть. Это вам такое. Рыбы не мать, там не бей. Нет, вот же, что. Не, старый буду. Это, да, это с чесночком. Так. Туда поставишь? Все, давай. То огурчик, там помидорчик. Как рыбу можно не есть? В жизни я не ем. Что, что давать еще? Там уже вот кто огурчик, да, редисочку. Там уже тут его не влезет, он убит. Да? Может, раз тут влезет. Да, весь и все, и стал. Все. Так, все, давай. Сыграй. Ну что? Да, первая жена. Давай. Ну а что я тебе пожелаю? Как всегда, здоровья. Мирного неба, да. Чтобы мы быстрее домой вернулись, чтобы тебя так как любят, так и любили твои доти, теща, мама, все твои да, друзья. Сегодня ему с утра все звонят и звонят, он бедный, молодец. Не может даже ничего, дайте мне хоть картошку почистить. Все с утра, чтобы тебя так, да, как сегодня тебе звонили, пускай тебе так все продолжают звонить, все твои друзья, кумовья. Все, Ричик, да, и ты любишь, и ты, я же забыла за тебя сказать. Ричик, скажи, где я?
Сейчас я хлебушек там. Скажи, вітати не пане, у вас шикарні. Да. Скажи, які ви цей розпустились великі. Вони ж туди льос кидають. Я на горжиш кидаю туди. Кожен день їх підрізає, так. А, бачу, як і мама казала, що підрізає. Кожен день вона їх підрізає, і плюс ще проколола, як ото говорили, іголкою. От це видно? Так. Бутон. Да, вони дивиться, крупні прям поробилися і цей. Так що, так. Не такі, як там в інтернеті, за 5 штук. Заказали по інтернету, приїхали, ну такі, в'ялі такі. А ти видела потім вечором, які букети бросають на мусор? Да, а там вчора не продавали. А ну на балкон її зашкірку, на балкончика. Та йди вже. Півдня ходила, ти на цінкочка. Ні, я тільки скатерлі, що викинь. Що значить стара? Був як вдома, ходила бута. Не забувайте, що... Вона як в багатих сім'ях. Ви знаєте, ніхто не розбувається. Вони зразу загоють. Ви бачите, вони там в буті і в спальні, і куди хочеш ломляться. Так що... Річ, а ти бачила їхні дороги, їхні асфальти? Там не надо на самом деле развиваться. А на грязи до работы идешь в ночь. Не, ну все равно, ну как, ну пришел по кухне, а что такое? О, это я там не знаю, да, мне лучше было, я сейчас хорошо. Мне хорошо, садитесь хорошо. Я нормально. Мне отлично. За нас уже говорить нечего, у нас там уже и так все ясно. Попробуй вот все. Мясо? Да. Пробовала, дуже добре. Да? А ты сам робишь? Да. Молодец. Сам робишь. Так. Дуже добре, м'яке, і це мені понравилось. Я думала, це не да. Ні, це Женька сам робить. Добре. Да, ну, Таня. Оцініть. Це, вважайте, там вимачуєш, потім сушиш? Не вимачувала, хоча можна, так, да, 2 часа, хоча можна в солёному растворі його подержати. Ну так, я там ще бачила, що вимачують вони. Ну, не діло. Ну, добре. Там така. Молодець. Ой-ой. Так. Так, може... І Віта любить, і Віта тебе. Та куди ж уже мене? Давай, починай, плакай. Давай, люди, здоров'я тебе. Спасибо. Да, сама мама, здоров'я і міра. Щас да, ще здоров'я і міра, це все. Да? Що, ти там хочеш? Нема кадала. Слышиш, Жень, там глиняний этот. Мені нема кадала. Щас я тебе помогу. Такі гонки, що вже похудала б давно. Ну, а воно ж не ні, мені хватить. То, що воно то вже там. Ну, то ж і погано, що гонки. На вихідні сюди, тут приліта, починає мені там порядки наводити. Не то, що ну, щось організм, бачиш. І в движенні постійно. Як у мами було раніше, то по молодості, як молода, ще ж прийдеш, трихразове питання, регулярно, все спокійно. То воно і це. Я потім пішла на свій хліба. То поїв, то не доїв, то переїв і погнало. А я от так прихожу на роботу, я кричу, що ой, давайте вже чай, давайте вже кофе, давайте, я говорю, дівки, ви що, не завтракаєте вдома? Ні, вони не завтракають, потім приходять потом кусочки. Куски да, отого, потім починають тут консервацію, то на это, починають тут картошку, починають їсти. Та щас я вже, давайте я подолью. Річі, скажи, обіжусь, не даєте, обіжусь. Покусаю. У тебе там на лобу. Не бійся. Розольєш. Все під контролем. Це так було задумано. Звук хрусталя, да? Да. Легкий спух у нас був, да? Да, да. Ой. Куда ти? Та халатця ж положу. Не, я не буду, чого? Мені хватить, не хочу. А ви їли? Ну не хоче чоловік. Ні, ти... ні, ні. Тобі положи. Ну мені положи. Я ти теж на дієті? А? Ти теж на дієті? У мене дієта давно. Особливо там, де я живу. Серйозно? Ну та сложить, я ще... Я положу, положу Вікторі. Жень, ну тепер моє слово, тещі твоєї. Самому любимому зятю, щоб тебе здоров'я, щоб тебе все-все було в твоїй житті. Удача, головне, щоб ти задумав, так оно і вийшло, все йшло. І щоб отакі пряняшки
девочки тебя любили, а ты их любил. Троняшки. Я такие думаю, Женька, как ты вспил. Одна, вторая и третья, трое, девочки. Конечно, любимый зять. Зятей лишь больше нема. Ну, есть, нету, но знаешь, как есть с зятями, то не такой, то я на работе другой раз сижу, девки начинают, говорю, девки, вы дуры. Говорю, зять должен быть любимый, и невестка должна быть любимая. Невестка чужая, и зять, как бы, ну, вроде ж не это. На дочку можно наехать, она простит, а на зятя нет. И точно так на сына, а зятя нет. А на меня чуть наезжали постоянно. Кто? И вы всегда. Мы наезжали, мам, потому что, это... подожди, я за что тебе говорю, на невестку нельзя наезжать, на это, на сына можно, на эту нельзя, на я за что говорю, на тебя можно наезжать, ты своя. Я ж таки двери мы поменяли. На разборку. На разборку, да. И такой дом был, такие сараи стояли. Я тут памятник поменяли, и двери, вот уж на кухню, на цей-то, ну так трохи ж вместе ремонт. Да. Мы ездили, ще хата стояла, тому що що ми їздили? Не знаю, чому, що ми їздили наше. А, свадика в мене. Чи ні? Ні. Не знаю, мать, ми з Ілюшою ми були. А Сашко нас возили. А за границю далеко не там? Ну, це ж до Сум 70 і там. Ну, та більше до, ну, до 100, може, більше. Та до Ахтирки, да? Ні, до Ахтирки, тут вони ближче Ахтирка, ну Ахтирка в бок. То, що як одразу пішли ж танки, вони пішли прямо через село. Оце Галя, рядом, оце так. Ні, ну, наприклад, оце траса, і оце, де наш дом, оце у них хата. І оце йшли, оце показаєш вдоль казачі, не тривали такий самий. Длинний отак. Тоже були, так весь, наверное, танки. Так ти ж йшли танки, каже, йшли. От ми, де наш дом і де Лісовка, ти ж знаєш. От по Лісовці, якщо йду. Да. То Женя, оце ж я представляю, ночі цим, то в 10 часов утра вони вже йшли, і їх посіли. Ну, більше 100 кілометрів, мать, то десь до границі воно. То йшли вони цілий день йшли танки. Ни скорых не пропускали сюда, потому что они и шли посередине сюда. Ну, вот она ему напоминала, он там звонил. Так оно ж, я же хорошо, что напоминаю. Ну а ты зарядку робишь? С Михайловной? Она отдельно, я себе отдельно. Наша, не спевай ты за нею. Да, я за нею не. Она как ветер тоже. Я же кажу, она такая шустра. Она по-своему, а я по-своему. Она такая по жизни шустра. Она тоже, как увидишь ее в городе, она как это. Да, за персень с тебя. Это меня даже в Авроре спрашивали, где вы такой купили. А ты что говоришь? А я говорю, это мне подарили. Кто? Жили? А вони не питалися, хто. А от те, що я тоді тебе привозила, ото весь камняк. А вон домой забрала. Забрала, да? Забрала. Що я помню, я зайшла в командировку, була, як зайшла, а там вітрина. Я помню, як раніше. Сіяє бриллянти. Що? Я це. Забрала. Цяточка є. Ось це з дому ж. Така украшена. Тут дянкіни, тут всі, там всякі заколочки. Всякие вот эти шумы, там то на выпускной, то да, штучки, же, там демка, королеву делала. Да. Где-то аж есть, где-то есть, прям сейчас найду. Прямо вот так вот, как стояла в тумбочке дома, вот это все, так и забрала. Да, вот где-то аж есть тут перстень, а вот он. Вот он уже. О, Боже, сколько лет, конечно, чуешь. Паша, сколько лет, это мама какая-то была в командировке, да, привозила. Со Львове. Да, со Львова. Тут мне не надо. Все-таки я. Надо, ну, конечно. Я, это ж память. Помнишь, я вот только где в садике какая гулька, как одену тоже девки все. Да, это красиво. Как бриллианты. Как бриллианты. Да, дверь крылывается. Это Вита купила, принесла. Может, внучка будет, подарю ей. Так. Що так? Ти підожди, воно ще пом'яємо, ви ще за такі гроші його продасте, такаєш. Ти що? Так, що то забрали. Може, це сімейний буде цей. Поняв? Стільки можна було забрати, але я ж говорю, як почала шандарахати. Ми то швидше, то хватали, хватали все, що то це саме. І місця мало було, можна було більше всього. Мамину машинку ж забрали стиральну, свою печку забрали. Все, а що там Женька ззаді сидіння сложив? Машинка влезла с печкой,
А то сверху, ну что, три сумки, да? И куда еще? Да и то нормально. И то нормально. Где какие вещи там, где какие тарелочки. Такое вот. Что ты хочешь? А потом дверь уже закрывала. Как? Там мама сказала, что я гахнула. Ой, и я да. В коридоре посыпалась штукатурка. В коридоре прям штукатурка. Женя говорит, давай еще во двор, по городу проедем. Может, я, говорит, заеду это, в больницу, говорит, карточку свою заберу. Я говорю, поехали, не хочу я туда в город ехать. Ну, она на, без карты. Наш подъезд, он такой у нас вообще, я же говорю, компанейский. И это, и когда-то они на какой-то... А, у нас вообще обычаи такие были, на все праздники, там мы дарили какие-то, ну, друг другу сувениры. И помню, 8 марта, помнишь, Витя мне принес такую корзину, а мне муляж вот этих вот всех фруктов. Вот. И потом какая-то мозгулька была, а у меня эта корзина, я ее всегда в кухне на столе вот так держала, она так красиво, так она мне нравилась. И когда-то помню, помнишь, там такое яблоко красивое было, и груша. И когда-то после какой-то гульки я на кухню захожу, смотрю, а это яблоко вот так вот прям с трех сторон накусано. Ты спробовала гулять. И зубки маленькие, ну детвора, мы их всегда вот на кухне накрываем, сами там заново. Они же яблочко съем. Да, а им же всегда стол на кухне там накрывали. И вот это же это, а я ж потом что-то мы разговаривали с Адьяной, она говорит, то я накусала. Это яблочко, это ж кума нашего Дося, меньше. Ну да, она думала, яблочко съем. То я нахотела яблочко. И прямо такие зубки, так оно все понадписано. Бабушка ж умерла, а дед пережил бабушку насколько. Да, да. Нет. И Марина каже, вот еще за девками бегает, отгоняем. Гоняем, говорит, девок молодых. Это за наследство ж боялись. Чтоб наследство дед не переписал. Ну, молодец. Там сейчас. Да ничего, нормально. А ты звоню? С кем? Ну, разговаривала. С кем? Ну, с Мариной часто созваниваются. Да. Он с ней часто разговаривает, да? Сейчас а я что там? Ничего, что с дядей Мишей нормально. Як и ты, что там? Вы же одного года почти, да? С кем? Ну, я не знаю, за кого ты питаешь. За Валю с Мишкой? Да. Чи, ну, а я тебе и кажу, вы же одного года. Ні, вона могла уже мене. Все, річ устал. На скільки? На год, на два? Більше. Більше. На 10? Та ні. Може, я 5. Ну, та ж селюдочку там, да? Я буду стражу. Горчички. Ага. Ага. Точно. Грибочка. Подать? Грибочка. Спасибо. Витуля, вона їдалася, це точно. Та, ну, єш. Вона їдалася. Ну, да. Він не так тупо, що він сяде. Справиться, так. Куда? Та ну, Женя, тебе вже прямо все розкажи. Танцювати? Ага, так, так. Музику якраз. Щоб кай тут плінтуса поотходили, да? Да. Я ж кай висок. То прибігає в зал ко мне, я ж телевізор смотрю, а ляжет на диван рядом со мной, ну, на этот, на кресло. Сидит на мне, смотрит, говорю, я тут никуда не уйду. Давай тарелочку тебе. Мне не надо, она мне чистая. Да. Так что можно сказать, что вас трое внуки. Ну, я имею в виду. Мам, давайте вам тоже тарелочку. Да, да. Надо, речи там она чистая. Полноценный тоже. Две девочки и три мальчика. Да, да. Вот и палочка хоть есть. А по городу идешь? Без палочки. Нет. Ну, ты ж по городу. Да, ты ж по городу. Женихи там же. Ага. Я немножко, палочкой. Я немножко пройдуся додому. Все, я прийшла в хату, все. Ну, я ж кажу, по городу да, йдеш без палочки. Да, без палочки. І на базар йдеш, і з базару да. Йдеш без палочки. А йду, нога болить. Ну так. Ну так, звісно. Очки в діло, а що воно так темно, да? Угу. Так очки з ними, що світлі було. Я это, очки одягаю, коли сонце, бо мені сильно... Сонце світить, я не бачу. Так а ти йдеш і кажеш темно. Ну, мені хорошо тут. Віч, ти проявляєш чим? Мисі.
Вот на той глаз я не бачу. Света, а что ты робишь? Что тебе бачить? О, что бачить? Я читать, хочу почитать. Очки одевай. Не одевай. А вони вже жили, підходять, діти ходили, я вірила. Не ходили ні на той глаз. Все у вас було хорошо. Я ходила. Дядечка, я вам дякую. Вона мені написала, як лікарі, все, я пішла в аптеку. У нас одной пришли здесь, между прочим, козечине, тоже катаракта, делать операцию, все. Она собралась сделать. Приезжает дочка с Израиля, забрала ее, повезла в Израиль. В Израиле проехали, какая операция? Кто вам сказал, говорят, операция? Она мне там сказала, да никакой вам операции. Говорит, вот, говорит, капли, вот это и... Что ты там? Нам ничего не надо, все. Нет, мы вам по холодцу дадим, по судочку. Не надо мне. Вы ешьте сами, а нам они не надо. И нам хватит. Так что? Уже мы едем. Да посидите еще. Как хотите. Никто не выгоняет. Не, а ты где хочешь? А где мне ехать? А никуда. Только вас поразвозят, да и все. Ну так, посидим еще минут 10, и туди уже поедем. Ну так посидьте. Немножко. Я уже встала. Что ты, Ричик? Вита, а кофейку или этого, да, Женя? Диан, включишь чайник? А ты кажешь, ось вот тей Гані тоже сделали операцию, где она делала, я забыла. И сейчас она опять не бачена. Ну так за что тебе говорится? А если ей бачит, у нас суслички сделали, ей сказали, пожизненно, какие-то таблетки пить и какие-то капли закапывать. Так нахера я буду платить 20 тысяч для того, чтобы потом покупать таблетки и покупать это? Когда я могу точно так же закапывать, точно так же это. Ну, капаю. Стоп, на что? Все. Я капаю каждый месяц, вот месяц капаю. И можу две недели не капать, а потом по новой, другие уже, ну, а вот. Потом опять третьи. Три этих выписала мне по этим. Я говорю, Света, я, конечно, не за тебя вообще говорю. Вы придурки, вот это лекарство, лекарство, да ничего она хорошего не дает. Как вот говорит вот этот магний, что мы покупаем, говорит, он совершенно, там никакого магния нету. Там, говорит, вас, говорит, разводят, говорит, по полной. Простой мел там. Да. Это, говорю, просто написали, цену поставили, ну, и все. А ну, Диане скажите. Что? Вот не, эти... ну так Диана ж берет американское. Ну да, там же, понимаешь. Она ж берет и цена там не 150 гривен. Я говорю, 500. Я говорю, я считаю, что это... А я куплю себе коллаген, я буду пить. Вон холодец есть, вот твой коллаген. Да, вот это самое лучшее, говорит, холодец. Да, я же его капрально, Диана сказала, ты ж не съешь его 20 судочков. Так это и есть, что день по судочку и нормально. Этот как будем его? Ножку брать всегда. Я ловить. В ТикТоке там вообще шла до нервопатолога. Что творишь? Ничи, что ты творишь? А ну. Ты что творишь? И она мне выписала еще те опять, что я пила. А я говорю, я их пила, они мне не помогают. Коли я пішла з дерматологом, я знаюся хорошо вже. І вона мені виписала таблеточки, і я п'ю утром, в этим, що не треба не таблетки, а оті, як їх? Капсули якісь. В капсулах, так. Да. І мені лучше стає. Да? Ну, я ти ж кажеш, все одно у тебе кружиться голова. А? Ты же говоришь, что равно у тебя кружится голова. Нет, ну кружится чуть-чуть. Ну так заметьте тогда вот эти вот, запомните. Все, у меня есть, да, я записала. И я пошла до дерматолога была. Не, получается, он сказал, 23 500 евро дом на 70 квадрат. Так это в этом. Где они живут? Перьятин, вот или как-то. Перпиньян. Перпиньян. Перпиньяне, да. Франция, так во Франции, Перпиньяне. Ну, да. А в доме все есть. Ну, техника, ну да, там же все, всегда, да, так продают, все готовое. И он тоже вчера вот уже не звонит, говорит, вообще, говорит, кошмар, говорит, какие цены. Они вроде, говорит, как где-то в Ницце, чи где-то, да, назвал. А потом же говорит, почему вы не едете? Мы говорим, Андрей, у нас тут много держим. У нас тут, говорю, ну, мамы обе. А он говорит... Собака. Собака, говорю, дочка.
Меньше. Ага. А он говорит, да теща, еще б сюда приехала, еще б тут француза бы отхватила, да? Да, и ты смотрим так, живая еще, бегает. Да, еще б туда француза бы отхватила. Так что едем все во Францию. Во Францию? Да. Поедешь? Обязательно. Надо рошечки еще складывать. Главное, очки не забудь. Очки есть дома. Сумка у тебя есть, Вита подарила. Да, еще хоть бы не забудь ее. Да не забудешь. Ну да. Ну ты можешь забудь, да? Там она бедная сегодня ковырялась у ней, пока что находилась. А что там, замок заклинил или что? Нет, она что-то искала. Там она любит поперелаживать все. Не, ну я... Шоколадку ищет, сумку наклонила, она шоколадка к бортику сумки. Она ж тут внизу дивится, она сбоку вот так стоит. Це я ее поставила и забыла, а шукаю. Я ж думаю, сумки ж вроде забрали, думаю, одно ж тебе, одно ж бабушке Свете. И думаю, вроде замки все ж рабочие, все там нормально. Работа. Не, ну на той замок есть, на белой, а на этой же замка нема. То тут... Как нема? А там чик. Все тут а, есть, и замок да? Есть, да. Все тут есть. И замок есть, и закрывашка. А ну ты. Есть, есть, ты что? Да, все там есть. И замок есть. Есть, да. Все есть, все. Закрыто да. Там. Клачик в сумку, сумку и еще. Там нема ничего уже клачик. Еще взяла пакет, еще в сумку в пакет. Там было то, что... Это помню, я эту сумку покупала в Покровске. Мы приехали, я, Аленка, и что-то я не помню, что мы ходили. И мне она, ну вот так вот она мне до души, эта сумка и все. А мне не хватает денег. И Алена мне вот то скинула как-то... А там... что тебе денег не хватало? Не хватало что-то денег, что там... Я еще а что, дома не было? Мы уже были в Покровске. Уже скупились, да, уже что-то. Скупились. А, и уже на остаток. Да, уже на сумочку. Остаток, а она мне не хватает. Что-то я не помню, сколько она стоила, не хватает. Так вот у Алена мне добавила, я говорю, ну я приеду домой, тебе говорю, отдам. А Алена с нами была, да? Даже, по-моему, мы были с Аленой, без тебя. Я не помню, ты то ли ты на работе была. Ты потом, по-моему, нас встречал. С работы ехал, со второй. И мы в автобус садились. На западе. Помнишь, все. Когда-то так что-то было? И я вот эту вот сумку, так она мне приглянулась. Я в Кирменчуг хочу на базар. Ну, так хочу. Там вот все ж, хочу, так, хочу. Все, пошел, я Ричика выведу больше стола. Давай, и давай и нас потом веди. Да, выведу Ричика и поедем бабушек разводить, да? Ну, и махнул, да. И тебе бачишь. Ну, такой день рождения. Поразвозил всех бабушек по домам. Всех. Сейчас посмотрю, что мне тут подарили. Еще толком не смотрел. Вита там убирает чуть-чуть. Это Витина сестричка, рукодельница такая. Пивасик мне связала, три баночки, пригодится. И вот такой какой-то подарочек. Бокал. А в бокале там орешки. Тут колбаски. Сырок, косичка, какие-то перчики, чипсы там. Ну, в общем, все к пивку. Все к пивку. Бокальчик это хорошо. Так, а что тут дальше? Это Сережка Витин, брат, приезжал. Коньячок Кахети подарил. Шоколадочка там была. Я вытянул. Это бабушка мне еще... бутылочку хортицы. Что они со мной хотят сотворить? Ну, эта чекушечка была. Витиному дядьке брали. Сказали, не надо. Он не пьет, приболел. И три конвертика. Ну, вы поняли, с чем. Я не смотрел еще, с чем. Сейчас разберусь. А Витина тетка, вот еще арбузики такие малосольненькие. Запечатанная баночка. Как раз самое то. Меня поймут. Так, ну что, Витуля, гостей развез всех, не все, конечно, бабушек, эти рядышком пошли домой. Ну, а мы с Витой по-домашнему, детвора пошла гулять. Молодежь пошла гулять наша. Да, могу себе позволить уже и я. Я говорю, выпей хоть чуть-чуть на свой день рождения, что ж ты целый день? Не хотел, заставила. Ну, должен же за свое здоровье хоть чуть-чуть выпить. Я тебя поддержу. Все, согласен с тобой.
Жизнь продолжается, да? Да, жизнь продолжается, года летят, как у той песни, да? А может ночь не торопить и все сначала повторить? О, как мне быть? Да. Ну, все, ну давай, муж, за тебя. Все, я с вами. Спасибо, что на меня подписались. Всем мира, здоровья, чтобы у вас все было хорошо. С вами надолго не прощаюсь я. До новых встреч. Пока-пока.